Добрый день, друзья! Сегодня у нас 9 сентября 2024 года. За окном стоят погожие осенние денечки, тепло, прямо как на юге. Не часто нас балует погода. Осенняя погода такими денечками. Вот, а сегодня удивительно хорошо. Хочется исполнить для вас новую песню на стихотворение Зинаиды Даниловой. Называется она «Это счастье». Не тревожусь, не тревожусь, не хочу на пределе, на пределе я хожу. Дарит Божий мне минуту, дарит час, чтобы радоваться миру каждый раз. Я взгляну опять в окошко облака, свой вокруг река. Синь небесная недвижимо стоит, чтобы мы с тобой смогли ее испить. Но зачем от ней тревожные во всем? Поздним вечером и ночью, даже днем, выйду в мир и окунусь в его брега. Жизнь по-прежнему мила и дорога. Скажу тебе, что я грущу. Поцелуешь нежно-нежно и легко, и закружишь это счастье, что еще. Это счастье, это счастье, это жизнь. Небесную попробуем не спить. Вот такая вот получилась песня размышления. Надо сказать, что у Зинаиды Даниловой всегда очень глубокие стихи, много в них смыслов, интересные метафоры приводятся, поэтические. Вот, поэтому рекомендую любителям поэзии ознакомиться, если будет желание, время, может быть, поближе с творчеством моего соавтора. Вот. И что ж, хочу пожелать вам доброго дня, добрых дней, хорошего настроения. Самое главное – не унывать, потому что уныние есть смертельный грех. Что бы ни происходило, всегда надо находить в себе силы, верить в лучшее. И тогда вера обязательно нам поможет, потому что по вере нашей будет нам всего доброго. Спасибо за внимание.